Всем доброе утро, всем здравствуйте. Всем привет. Я собралась с утра пораньше, на чемоданах сижу. Отправляюсь в санаторий опять. Недалеко здесь от Караганды, Саялы. Я там уже была весной, кто помнит. Вся семья встала, меня провожает. У нас 7 утра, уже все на ногах. Для нас это очень-очень удивительно. Кто не знает, а то удивятся, скажут, что тут удивительного. Да. Мы совы, мы долго любим спать. Ну вот сегодня всех подняли. Дакен сейчас повезет меня до Майкудука. Из-за этого все и встали. Так бы на такси можно было. Ну мы в прошлый раз, когда уезжали, это такси ждали. 40 минут. Они сюда так неохотно едут на это. Да и утром, наверное, вот на работу люди разъезжают, что такси задействовано. Ну вот, Дакен сегодня выходной, довезет меня. Да, до Майкудука довезет, здесь недалеко. Там пересяду на автобус, и до санатория идет автобус специальный. В общем, 7 дней будет отдыхать в санатории. Чё смеешься? Ну, смеюсь, что вся семья на ногах. Событие такое. Ну, а как же. Садись вперед, сядешь или куда? Это дети опять мне подарили путевку в санаторий. Я говорю, я только там была. Нет, езжай еще, отдыхай. Ну, ладно. Всем пока. Привет и слать-то будешь? А? Привет и слать-то будешь подписчикам? Ну, постараюсь. Как интернет там. Там плохой интернет. Постараюсь. Если все получится, буду. Угу. Давайте, всем пока. Что-то у него скрипит там, не пойму. Пока-пока. Все, поехали. Еще раз всем доброго денечка. Как вы уже слышали, мама у нас уехала. Сегодня мы остались одни. И мы сейчас хотим ехать в ветклинику, вести на чипирование четверых наших питомцев. Это Фунтик, Черника, Анфиса и Сентябринка. Кого поймали первых, тех и повезем. У меня ангина страшная, температура 38. Но у них акция до 15 августа. Если мы сегодня хотя бы половину не сделаем, но мы тогда просто всех не успеем. Поэтому болей, не болей, приходится ехать. Очень хочу попасть в акцию, потому что все-таки это деньги и немалые. Также хочу сказать большое спасибо Борису, который помог нам денежкой опять, и Галинке. Большое вам человеческое спасибо. Лично от меня и, конечно же, от моих хвостиков. Вот видите, я по двое посадила их. Здесь Черника и Фунтик сидит, а там Дакен уже унес тех. А вот Компотик наш резвится. Ой, Уголек только что угомонился, уснул. Прям в кухне на лавочке. А то я с ним замучилась. Плачет. Ой, какие тяжелые они. Однако, по две штуки. Ты открой мне, я не могу одной рукой все делать. То сейчас на пол поставлю, сиденье спачку. Мэгги, давай домой заходи. Ты куда хочешь поставить? На сиденье. Мэгги, заходи, пошли. Пойдем. Мэгги с нами хочет ехать. Пойдем, заходи домой. Заходи, говорю, домой. Заходи быстро домой. Кататься любит, а? Заходи, говорю, домой. Мэгги. И второй гулящий бежит. Не успеешь двери открыть, в рассыпную. Сразу по улицам все разбегаются. Ну-ка, быстро давай домой. Да благо здесь вот нету больших собак. Все привязаны на цепи. Домой. Давай домой, быстро. Домой давай. Давай, заходи. Давай быстро. Едем по Куйбышево. Вся дорога в кочках. Видите, здесь асфальта нету. Ну ничего, тише едешь, дальше будешь. Зато здесь напрямую сейчас эта улица заканчивается, и сразу уже 23-й. Рядом очень. Машина стоит, надеюсь, здесь очереди нету. Я тоже надеюсь.
Сейчас узнаем. Мама! Все, я оформила всех четверых. Подписала договор там какой-то. Теперь жду своей очереди. Докиан с кошками сидит на лавочке, чтобы здесь не жарко было. Думаю, что шевелится, сзади шарики шевелятся. Ждем, в общем. Сейчас нас пригласят. Так, все, всех мы чипернули. Все произошло быстро, безболезненно. Сейчас следующий повезем Рема. И я попрошу, может быть, мне разрешат поснимать, как проходит эта процедура. Что-то сейчас я растерялась и не спросила. Дают вот такой договор мне, чек. И вот такие вот. Сказали это хранить, типа это тоже документы. И потом, смотрите, паспорт стоит 700 тенге. Ну, я сказала, зачем мне столько паспортов, у меня столько животных. Они сказали, ну тогда вы можете просто в базу ЕГОВ там что-то ввести. Я сама в этих бумагах толком не разбираюсь. В общем, вот это вот буду хранить. И что-то там в базу внесу без паспортов. А на Мэгги Еврика у меня есть паспорт. Сейчас я захвачу, покажу. Если они подойдут, значит подойдут. В общем, едем сейчас домой. Сейчас привезем Рема. Приехала дружная компания. Дружная компания. Мэгги, ну ты что, никогда не видела? Спрыгнет, спрыгнет. Черника, вылази. Им всем понравилось. Я думала, они себя плохо будут вести. Нет. Даже черника себя вела хорошо. Открывайте их. Им вообще душно, так я в той переноске. Давай, снимай здесь. Сейчас еще Марусю повезем и Рема. И все, пока больше денег нету. Сидят две матрешки. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну, процедура вообще не больно. Единственное, что шкуру прокалывать тяжеловато. Вот особенно черники и фунтику. Прям так туго. Не хотят выходить, что не хотят. Ну, понравилось им кататься, видать. Все. Че, Анфиса, скажи, ты че меня мало покатал? Еще хочу я. Еще хочу. Так, ладно, пойду я Марусю посажу. Посадили Марусю. И вот я взяла паспорта. У меня у Мэгги вот такой прям даже с фотографией паспорт. И чип у них есть. Сейчас покажу просто. Вот они, видите? А это Еврика без фотографии. Собака Чиахуа. Ну, в общем... В общем, едем. Так, вот сюда поставила я Марусю, а сзади сейчас сяду, буду держать Рема. Что-то дверь не закрывается, сейчас пускай Докиан сам закроет ее. Маруся дает нам прикурить, орет благим матом. Рем ведет себя хорошо, но мы только трогаемся, вот едем. А этот раз здесь очередь. Ждем, ждем. С Марусей я зашла, а Докиан с Ремом здесь на лавочке сидят. Прицепил его. Он первый раз, наверное, в городе, бедолага, да? Ты у нас городской пацан скоро будешь. Жди, жди. Сейчас скоро наша очередь будет. Привели Рема, он боится, бедолага. Не бойся, не бойся. А его тоже нет, надо наверх, нет, да? Нет. Нет? И вот это рождение, наверное. Ему 5 лет. Мы просто дом купили, он там уже был, да, наверное. Ага. А, да. Мы дом купили, он там уже был. Примерно. Давайте 20 апреля пусть будет. Цербер. Беспородный, да? Угу. Кинулся на час, на который выходил. Я говорю себе, один раз и пусть, и все тебе. Вот ты кидаешься. Не по размеру не. Ты держи его за поводок. Зачем ты его так? Как за поводок? Ну, пусть успокоишься. Да, еще. Что, вот этих всех надо вот туда, вот. Дворняк всех, да? Всех уличных собак. Ну, не уличных, а у кого есть хозяева. Ну. Ну, так надо. Вот так проходит эта процедура совершенно безболезненно. Ни одна кошка не пикнула. И Рем тоже, видите. Все, ага. Спасибо вам большое. Спасибо. Ага. Спасибо. Так, вот это наше, да? Все, остальное я все взяла. Все, да. Угу.
Все, до свидания. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам большое. Ага, спасибо. До свидания. Ну вот, какое большое дело мы опять сегодня сделали. Это 4-6 голов зачипировали сегодня. Все, отключаюсь, потому что буду держать Рэма. Все, такой деловой едет домой. Да. Рэм, кто? Наконец-то он успокоился, а то все боялся, что мы его на живодерли. Рэм, скажи, я просто никогда не был ни в городе, ни в квартире. Мы его веранду-то заводили в морозы, когда сильные были. Ну, в квартире он никогда не был, а тем более в такое людное место. Поэтому он испугался. Не, в людном месте. А Маруся сидит, даже не гавкает ни на кого. Да. А он свой двор охраняет. Ага. А Маруся он? А там я думал, он будет орать сейчас. Нет, он даже ноль. Сел спокойно, красиво и сидит. Красиво тебе. Маруся зато вон дает жару. Мяу, 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 мяу. Ну все, Ремка, теперь у тебя есть документы. Ты крутой парень. Паспорта проверили, все нормально, все подходит. Рэм, ой, этот, значит, Еврик с Мэгги тоже по документам все нормально. Ой. А Анфиску уже сделали? Да. И Марусю вот сделали. О, Маруся. Ой, я, девочки, болею, не могу. Сделала себе вот такой вот чаек, даже сил нету заварить. Взяла пакетированный. Напилась таблеток, я уснула на час где-то, как приехали с клиники. Сейчас проснулась, хочу кислого и все. Навела вот себе чай. Сейчас хочу вот настоиться, выпью. Не знаю, где могла я так простыть. Глотать не могу, гланды прям конкретно болят. Короче, лечусь. Всем доброе утро. Это у нас завтрак. Смотрите, как научился уголек. Рычит прям. Уже все. И колбаску. И паштет. Все уже рубает. Еще и приговаривает. Да, уголек? Как вкусно, 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 скажи, вкусно. Паштет уже как хорошо ест. У меня так и продолжает болеть горло. Глотать не могу. Вчера весь день провалялась. Ну вот как приехали после кошек. Ничего больше не снимала. Да и ничего, можно сказать, и не делала. Хорошо Настя приготовила ужин. Помыла посуду. Я немножко в огороде там полила. И все. Больше, по-моему, ничего не делала. И сейчас меня всю знобит опять. Не знаю, что за чертовщина опять ко мне привязалась. Ну вот, потихоньку научается кушать. Еще бы в туалет теперь научиться. Я его сажаю в лоток, а он не понимает, что такое лоток. Не понимает. И хотя он большую часть находится с котятами, там закрытый. Я на ночь закрываю их в ту комнату. Все равно он не понимает. Они почему-то своей стайкой ходят. Ага, водичку не хочет пить. А то я думаю, ему кушать все дают, а воды-то нет. Вода только в общих мисках стояла. Сейчас налила вот ему отдельно, может, попьет. Так он взял ему оливье, положил. Я говорю, он не будет есть оливье. Он взял, ему все равно положил. Да что такое? Вот так вкусно тебе было, да? Вот так тебе вкусненько было. Вот так вкусненько было моему котеночку. Моему котеночку так было вкусненько. Вот так кушают котятки. Иринка отдыхает, приболела, таблетки выпила, пошла спать. Я решила их покормить вермишелькой и печеночку я жарила. Смотрите, как наяривает, особенно уголек. Это мягкий вискас, мягкий вискас. Он аж рычит весь. Куда третий убежал? Вернее, четвертый.
Кис-кис-кис-кис-кис. Коржик. Кис-кис-кис. Сентябринка пришла, шуганула их. Я быстренько спровадила к взрослым кошечкам кушать. А здесь, говорю, детский обед идет. По расписанию. Вон она, Яри, вытла. Вкусненько? Конечно, вкусненько.